Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я приветствую в этой студии Юрия Сапрыкина, журналиста. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Давайте прямо сразу про инкубатор идеологически правильно настроенных артистов, наверное, слышали вы сегодня. Мне кажется, инкубатор – это очень подходящий термин. Да? Да. Нам нужен же он, скажите. Нужно их высиживать. Где? Знаете, где сидят обычно, Юрий? Там их высиживать? Нет, пусть высиживаются в комфортных и удобных условиях. Я никому ничего плохого не желаю. Вот. Но, ну, как бы, само слово «инкубатор» подразумевает, что это такие фабричным образом произведенные, одинаковые, не очень-то приспособленные к жизни в естественных условиях существа. Я думаю, что результатом работы этого инкубатора будет вот примерно то же самое. Ну, вот, когда ведомости говорят про то, что вот на базе российской, я прошу прощения, русская медиагруппа будет создаваться такой, прости господи, инкубатор, они же ссылаются на некое письмо от Владимира Киселева и Ольги Плаксиной. И говорят, что вот создание такого вот инкубатора нужно из-за импортозамещения в этой сфере, что нужно, это идеологическая задача для работы с электоратом. Нам нужен наш собственный кластер идеологически правильных кумиров миллионов. Это цитаты, между прочим. Мне кажется, вот как только появляется документ, в котором присутствуют слова импортозамещение, идеологический кластер и задачи государственной важности, сразу видно, что люди просят бюджет, вот, что нужны вливания. И, безусловно, целью создания этого инкубатора является только вот привлечение этих самых вливаний и их дальнейшее освоение. Дальше, кто будет мерить, как эти птенцы импорта заместили идеологически неправильных, а, кстати, идеологически неправильных кого? А кто у нас идеологически неправильный? Все, кто поет на английском языке, или Мадонна, которая за каких-то там топит людей неправильной ориентации, или кто, кого мы имеем в виду? Мне кажется, что среди своих, ведь, судя по всему, есть целая толпа неправильных. Вот там мне кажется, что речь идет исключительно о привлечении вливаний в первую очередь, во-вторых, о недобросовестной конкуренции, о том, чтобы предоставить медийные возможности правильным инкубаторским и отодвинуть от этих медийных возможностей каких-то дикорастущих и живущих в естественной среде. Вот и все. Своим дать эфиры, концерты, деньги и так далее, а чужим их не давать. А это вообще работает, вот такие идеологические, сейчас я кавычки, да, ставлю, и идеологически правильные кумиры миллионов, потому что... В Северной Корее работает, я думаю. Я подозреваю, что если в Северной Корее существует поп-музыка, о чем мне достоверно неизвестно, то наверняка это и есть идеологически выдержанные, импортозамещающие, инкубаторские поп-звезды. Просто в музыке как-то так обычно там рок был музыкой протеста. Ой, бросьте. Когда-то давно. Когда-то очень давно. При царе Горохе, да. Когда, ну, мы же можем примеры, некоторые эти люди даже как бы до сих пор исполняют. Просто другие песни они стали исполнять. Ну, некоторые из них до сих пор занимаются живой и честной музыкой, и некоторые стали вполне сервильными, инкубаторскими, работающими на службе у государства функционерами. Но, с другой стороны, вот нового ничего особо не можем мы вспомнить. Ну, во всяком случае, с коллегой Александром Плющевым что-то вспоминали, но вот была песня такого, как «Путин». Только ей уже лет 15, по-моему. Ну, не 15, может, 10. Нет, ну почему? Вот Владимир Киселев, которого вы упомянули, насколько я понимаю, кто-то из его близких родственников вот записал какой-то патриотический рэп про то, какой хороший Путин. И как раз, по слухам, одной из причин покупки русской медиагруппы Киселевым являлось то, что этот рэп на русской медиагруппе как-то не очень хотели крутить. Вот, поэтому, ну вот, вопрос был решен таким решительным образом. Музыка Опять уже... Опять же, мне это достоверно неизвестно, но вот эту версию я неоднократно в печати уже встречал. Но при этом вот среди музыкантов все же проходит некая линия, там, кто за, кто против.
выдержавшихся уже... Я ее не вижу совершенно, я не вижу этой линии. Ну, они постоянно просто тыкают вот этими скандалами, то с Арбениной, эта линия проходит в сознании у тех, кто тыкает нам этими скандалами. То есть у журналистов. То есть у журналистов определенных медиахолдингов, которые пытаются всех разделить на правильных и неправильных, на неправильных начать какую-то травлю, а про правильных рассказывать про то, с кем они там женились, поехали в отпуск и какую кухню себе купили. Ну, согласитесь, это не журналисты отменяют концерты. А сейчас уже непонятно, где начинается одно и заканчивается другое, потому что в истории с Арбениной, Макаревичем и со всеми остальными, ну, просто действует какая-то единая машина, одним крылом, который является, ну, там, к примеру, холдинг Life News, а другим местной администрации или местные органы безопасности, которые звонят организаторам и говорят: у вас тут возможны провокации, рекомендуем не проводить этот концерт. Вот. Это просто, ну, как бы звенья одной цепи или разные конечности одного и того же существа. По поводу восприятия. Вот наша слушательница Катя спрашивает: а вы что хотите, чтобы мы ваших Земфир Макаревичей почитали? Нет, нам абсолютно все равно. Хотите, почитайте, хотите, нет. И я вот наблюдал буквально в субботу концерт Земфира, на котором собралось, ну, 1050 или 60 абсолютно экстатически настроенных людей, переживавших невероятное чувство единения, счастья и всего остального. Это было на пикнике Афиши в Коломенском, к организации которого я тоже имею некоторые отношения. Важный дисклеймер, поэтому могу быть необъективен. Но мне очень понравилось. И мне кажется, что, имея такую аудиторию, настолько благодарную, настолько отзывчивую, в общем, Земфира может не требовать, чтобы ее кто-то почитал, у кого есть сомнения на этот счет. Тем не менее, без инцидентов-то не обошлось. Обошлось, что... почему? Да, как же вот госпожа Ктасонова пишет, что она там пыталась передать флаг Новороссии и, сейчас процитирую, проверить на вшивость, возьмет ли Земфира этот флаг или нет. Ну... Ну, ну, а дальше, ну, идет, да, дальше идет драматический рассказ о том, как на нее там напали, майку порвали, флаг отобрали. Ну, смотрите, на сцену ничего передавать не то, что нельзя, а просто физически невозможно. Я об этом неоднократно уже говорил, потому что от барьера, за которым стоят зрители, до сцены расстояние, ну, метра эдак 3 или 4. Поэтому я не очень понимаю, как наши дорогие активисты собирались это все осуществить. Что касается инцидента. Чем мы живем в удивительной реальности? Я хотел бы привести один пример. За несколько дней до нашего фестиваля есть такой фонд современного искусства «Виктория». И они делают там площадку, и они написали на своей странице, что вот среди прочих каких-то инсталляций и перформансов они приготовили акцию, в рамках которой по Коломенскому будет гулять дрессированный кот с размещенной, с укрепленной на его спине, да, камерой GoPro. И он будет снимать, значит, все Коломенское, это будет там куда-то транслироваться. Это вызвало дико бурную реакцию. Люди там ломали копии в комментах и писали о том, что зачем же мучить бедные животные, вы живодеры, убийцы и так далее, и так далее. Самих вас надо, значит, отправить гулять на четвереньках с камерами на спине, вот, и так далее, и так далее. Значит, никакого кота не было. Ну, то есть, я не знаю, вообще планировался он или нет. Мои коллеги из фонда говорят, что вроде бы вот дрессированного кота не завезли, а привезли какого-то простого, и они его пожалели, и это была кошка, они ее пожалели и никуда гулять не повели. Мы сейчас на самом интересном месте вынуждены прерваться. Через 3 минуты продолжим и про кошку узнаем, и про госпожу Катасонову тоже уточним. И вообще особое мнение с Юрием Сапрыкиным скоро продолжится. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Напоминаю, что в гостях у меня Юрий Сапрыкин. Так что там с удивительными людьми и дрессированными кошками? Продолжаю драматическую историю дрессированного кота. Значит, кота не было. Он не гулял по фестивалю с камерой GoPro. Но, тем не менее, этот кот существует только в аккаунтах пикника Афиши в социальных сетях. Тем не менее, для многих людей, я уверен, этот фестиваль запомнится именно тем, что там был кот с камерой. Вот именно это они будут вспоминать про фестиваль.
А с футболкой ровно та же история. Этот инцидент существует только в социальных сетях. Его не зафиксировала охрана, его не зафиксировали смартфоны тысяч людей, которые непрерывно снимали все вокруг себя на концерте Земфиры. Если говорить о том, что там кто-то кого-то мог побить перед сценой, вот я стоял в толпе метров за 50 от сцены, там не то что подраться, там пошевелиться невозможно в такой плотности народа. Короче, никому, никаким средствам наблюдения, никаким очевидцам про этот инцидент ничего не известно. Я бы исходил из того, что он существует только в социальных сетях. И тем не менее, законы медийной реальности таковы, что для людей, которые вот не были на фестивале, ничего про него не знают, не существует ни совершенно эпического концерта Земфиры, просто великого, абсолютно такого духоподъемного по своей какой-то эмоциональной составляющей, ни фантастического концерта Ивана Дорна, на невероятном уровне сделанного. Я просто за всю историю фестиваля ничего подобного не видел по свету, звуку, видео, там, потрясающе совершенно. Ни вот этих 50 тысяч людей, которые испытали какое-то невероятное коллективное переживание счастья. Ничего этого нет. А пикник Афиши – это фестиваль, на котором активистки порвали футболку. Все. И кот. И кот. Про кота не забывайте. По поводу особенностей социальных медиа и особенностей восприятия. Которыми должен владеть каждый молодой журналист. И разумеется, но так как в этой студии молодых журналистов нет, то мы надеемся, что кто-нибудь нам потом даст мудрый совет, как с этим быть. Еще одна удивительная штука. Люди, которые возмущаются тем, что в России не разрешают организовывать концерты, ну, например, «Океан Эльзы», или там запрещают Ляпису Трубецкому выступать, они очень радуются и говорят, что совершенно верно, в Одессе отменили концерт Тимати. Как такое получается в одной голове? Вы знаете, на самом деле в России никто не запрещает «Океан Эльзы» и Ляписа Трубецкого. Отличия тут есть и довольно существенные. А если я правильно что-то понимаю, то в Одессе Тимати запретили. Нет, вот... отменили концерт, потому что Михаил Саакашвили не напрямую, а просто как бы так вот сказал, что, ну, было бы, наверное, правильно как-то не пускать его. Я считаю, что зря он это сделал. Во-первых, это большая ошибка, что бы там ни пел Тимати и какие бы позиции политические он ни занимал. Во-вторых, в общем-то, это свидетельствует только о том, что на Украине все происходит, ну, как бы, более гласно и более открыто. Когда я говорю, что здесь не запрещают «Океана Эльзы» или там группу Сергея Михалка, это означает лишь то, что вот такого прямого, открытого, официального запрета или высказывания людей, облеченных властью, на этой теме нет. Все делается тихо, на уровне каких-то звонков, каких-то подковерных рекомендаций. Все делается так, что организаторы просто их не зовут, потому что понимают, что провести этот концерт нет шансов. В крайнем случае, в последний момент выключат свет или позвонят куда-нибудь, сообщат, что в зале заложена бомба. Вот. А в Одессе вот выходит душа нараспашку губернатор и говорит, что... Пишет в Фейсбуке. Пишет в Фейсбуке, что я вам не советую. Вот. А мне кажется, и та, и другая позиция ошибочной... И то, и другое очень похоже, просто здесь все происходит как-то скрыто от посторонних глаз, там все происходит абсолютно откровенно, гласно, не знаю, что из этого лучше. Давайте про Навального немного поговорим. Это тоже такая странная история. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в зарубежных СМИ сообщения о том, что Кремль якобы запрещает чиновникам и руководителям госкомпании упоминать имя Алексея Навального. Bloomberg написал об этом буквально на днях. Сегодня Дмитрий Песков говорит, что это совершеннейший абсурд, ничего подобного нет, никаких правил нет, и каждый сам решает, употреблять или не употреблять. При этом... Исходя из того, что каждый выдают... Каждый сам решает, употреблять или не употреблять. Имя. Я цитирую господина Пескова. «Кто-то может не употреблять, кто-то может употреблять». Это цитата из господина Пескова. При этом из того текста, что дают коллеги из информационных агентств, ясно, что сам Дмитрий Песков имя Алексея Навального вслух не произносит. Что это такое? Зачем это? Почему? Ну, смешно же. И, по-моему, глупо.
Не знаю, глупо или нет, и не знаю, что является причиной вот такой политики, но у меня давно есть ощущение, что вот на этих уровнях с людьми серьезно работают какие-то специалисты по то ли вещевым тренингам, то ли по боевому НЛП, бог его знает, что такое. Но вот на этот счет явно есть какое-то научно или мистически обоснованное решение, что нельзя передавать вот именно этому политику часть своей силы, а называя его по имени, ты эту силу как бы ему передаешь, ты делаешь его немного равным себе, какие-то шаманские штучки. Вот, и да, безусловно, на уровне вот такого формального разговора с журналистами Песков должен все опровергать, но при этом, опровергая, он подтверждает самой формы этого опровержения, то, что все тут как-то очень запутанно и нечисто. Но если говорить про отношение к Алексею Навальному, ну и в целом к оппозиции, вот сейчас обсуждают в очередной раз, чего там, не трогайте уже стойку микрофона, она вам ничего не сделала, а идут помехи в эфир. Я просто с музыкального фестиваля, там, знаете, принято хватать микрофон и размахивать во все стороны. Свое выступление, но слушатель тут ни при чем. Вы не Ван Дорн, Юрий. К сожалению. Извините, не хочу вас расстраивать. Понимаю. Сейчас в очередной раз обсуждают, идти на выборы или не идти, несистемная оппозиция, потому что, ну вот мы наблюдаем, как, ну, очевидно, не пускают. Вот ты хоть 10 нотариально заверенных копий паспорта принеси. Нет, не будут вам считать ваши эти подписи. Нужно или не нужно? Зачем? С одной стороны, с другой стороны. С одной стороны, понятно, что оппозиции нужно чем-то заниматься. И история с выборами – это неплохой тренинг на тот случай, когда начнутся какие-то реальные или открытые выборы, а иногда, как на выборах мэра в Москве 2013 года, они вдруг случайно берут и начинаются. Это способ мобилизации сторонников, это способ заявить о своих требованиях и так далее, и так далее, и так далее. С другой стороны, знаете, я несколько лет назад прочитал книгу политолога Григория Голосова, которая называется, по-моему, «Демократия в России. Инструкция по употреблению». Подробнейшим образом разбирает российское выборное законодательство и то, как оно формировалось. Вот. И, собственно, умный человек и без этой книжки прекрасно знает, а вот мне пришлось все-таки прочитать 200 страниц, что все это выборное законодательство имеет перед собой сейчас единственную цель – сделать ход и результаты выборов абсолютно управляемыми. Ты можешь отсекать неугодные тебе политические силы на любой стадии. А уж на стадии вот сбора подписей, как это происходит сейчас, это делается просто на раз-два, и никогда ты ничему не докажешь. В этой книжке приводятся также очень простые практические рекомендации для какой-то следующей думы или следующего политического режима, как сделать это законодательство более открытым. Вот. Но до той поры, пока она остается вот таким и еще постоянно меняется и тасуется на ходу, мне кажется, что вот ничего, кроме, ну, как бы тренировки ради тренировки, участие в этих выборах дать не может. Есть у меня еще один уточняющий вопрос по поводу действия властей уже, но нам надо сейчас прерваться буквально на 5 минут. Я напомню, что журналист Юрий Сапрыкин выступает сегодня в особом мнении. Вопросы свои вы можете присылать на номер +7 985 970 45 45. Мы сейчас делаем небольшой перерыв и вернемся. Программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, журналист Юрий Сапрыкин у меня сегодня в гостях. По поводу участия оппозиции несистемной в выборах. Ну вот вы обращаете внимание на то, что выборное законодательство устроено так, что на любом этапе можно отсечь конкурента. У меня вопрос. Вот то, что сейчас происходит, мы видим там в Новосибирске, в других регионах. Власть это делает по привычке или она видит реальных конкурентов в лице соратников Алексея Навального? А мы же не очень понимаем, что такое власть в этом случае, на каком уровне принимаются эти решения. Может быть, сидит какой-то паук, который распростирает над всей Россией свои совиные крыла. Или у паука нету крыльев, что он распространяет? Это не важно. Мы тут все гуманитарии, Юрий, поэтому можете крылатого паука, сову скрестить, получится классно. Хорошо.
и указывает новосибирцам и калужанам, кого им снимать с выборов. А может быть, это инициатива на местах, причем не на самом высоком уровне. Это же абсолютно все равно. Достаточно того, чтобы вот в этой цепочке какое-то одно звено напряглось на тему того, что а ну как вот сейчас вот эти там демкоалиция возьмут и получат там не 4%, а 7%. С половиной. И это же будет страшный провал, и нам всем надают по шапке, и нас всех уволят. Дело же не в том, что они не хотят, чтобы... Ну, что там в этой Калужской думе с 7%, с 10%, с 12%, что ты можешь там сделать? Они же не то, чтобы не хотят допустить оппозицию в местные органы власти. Они не хотят лишиться своих постов из-за того, что кому-то там наверху покажется, что вот допущена страшная ошибка и страшный провал. Это как с памятником князю Владимиру. Извините, кто о чем, а да, да, о вшивой, да, обане. Кстати, да, это очень важная тема. Меня она волнует сильно. Да, очень же, вот когда его собирались ставить на Воробьевых горах, очень же страшно принять любое решение, потому что, а ну как он действительно в реку сползет, это ж ты будешь виноват. А если не поставишь, то не получится ну вот какого-то яичка к Христову дню. Ничего тоже, себе, глядишь, тебя по головке не погладят. Но здесь же общественное мнение, опять же, не играет никакой роли. И так страшно, в чиновничьей логике. Ну да, но общественное мнение здесь не играет никакой роли. Ну, то есть, вряд ли то, что... Я думаю, что в Москве оно какую-то роль играет. Ну, может, то есть, вот когда на Воробьевых горах говорят, что не будет этого памятника Владимиру, могут ли москвичи, которые протестовали против этого, записать это себе как победу в актив? Ну, я думаю, что как-то полгорода глухо гудело, что, ну, братцы, всему же есть предел, и невозможно же вот до такой степени как бы уродовать любимое место отдыха москвичей, наверное, это сыграло свою роль. Вряд ли решающую, но довольно существенную. Это просто еще один из факторов, который повлиял на принятие решения. Но заметьте, что как только памятник убрали с этого места, вот эта глухо гудящая часть москвичей с таким вздохнула облегчением, что теперь уже его можно поставить вообще где угодно. А все равно все будут с этим согласны, и все равно это уже будет лучше. Если бы его с самого начала предлагали поставить на площади Боровицких ворот, представляете, что бы было? Там же градозащитники бы ложились бы костьми под него, а сейчас кажется, что это уже и прекрасное. Это как ядерный взрыв, который в конце фильма сделан, чтобы потом можно было вырезать. Да, чтобы было его вырезать. Это у Гайдая было в бриллиантовой руке. Да. Угу. А все остальное цензура уже спокойно проглотит. Такая же система. Возможно. Но эффект, по крайней мере, такой же. Я не знаю, был ли изначально замысел именно таким, но эффект такой же. Сейчас его можно поставить где угодно, и люди с этим прекраснейше согласятся, лишь бы не на Воробьевых горах. В Петербурге, смотрите, какая история разворачивается вокруг возможной передачи Исаакиевского собора РПЦ. Местные депутаты инициируют референдум. В общем, не сказать, что все сильно рады такой возможности. Там тоже должно произойти что-то подобное, как в Москве вокруг возможной установки памятника князю Владимиру на Воробьевых горах? Я думаю, что там вряд ли произойдет что-то подобное, потому что от изменения статуса или принадлежности Исаакиевского собора все-таки, ну, как бы его внешний облик и его доступность для туристов, наверное, не пострадает. Это все тонкие материи, на которые довольно сложно поднять горожан. Хотя в Питере все-таки живут несколько иные люди, чем в Москве, которые более трепетно относятся к своему городу. Не знаю, как в итоге все это обернется. Вот, но какой эффект долгосрочный от этого, ну вот его можно наблюдать, по-моему, в нынешних... Сегодня, что ли, был опубликован опрос, ой, простите мне мою некомпетентность, я это смотрел в телефоне по дороге как раз на эфир. Павла Пряникова в Фейсбуке. Абсолютно. То ли в ЦИОМ, то ли Левада, то ли кто-то замерял количество людей, которые одобряют рост влияния церкви в стране. Вот процент этих людей за последние 20 лет сократился, кажется, вдвое. Вот долгосрочный эффект от всего этого расширения влияния именно таков. Чем сильнее оно расширяется и чем больше оно захватывает какие-то традиционно светские культурные зоны,
которым на самом деле, ну, как бы, не угрожает уже никакой воинствующий атеизм давно, и тем ценностям, которые находятся в соборе, ничего давно не угрожает. Так вот, чем больше расширяется это влияние, тем меньшее количество людей будет относиться к этому с пониманием, с радостью и с восторгом. Но это же опять мы сталкиваемся с тем, что там условно есть две реальности. Вот в Фейсбуке или там в Твиттере все делают фотожабы, смеются и говорят: «О, Господи, какой кошмар, там патриарх на яхте». А вот в реальной жизни, в офлайне, выстраиваются огроменные очереди к поясу Богородицы, и люди ходят в храмы, и, в общем, всячески демонстрируют свою веру. То, что в реальной жизни, это разные вещи. А пояс Богородицы – это надежда на чудо, которая влечет к нему огромное количество несчастных, замученных жизнью, отчаявшихся, потерявших надежду людей, которым и на патриарха, и на тот вид транспорта, которым он передвигается, честно говоря, ну, особого дела до них им нет. У них куча своих бытовых проблем, проблем со здоровьем, проблем с жизнью вообще. И вот пояс Богородицы или что-то типа того – это какая-то иллюзорная надежда на чудо. Надежда на то, что эти проблемы каким-то мистическим образом решатся. Ну, в смысле, то есть для людям нужно чудо. Да. И поэтому они верят. Да. И это никак не связано с институтом РПЦ. Точно так же они могут ходить РПЦ в просто традиционный институт по предоставлению этих чудес. У него есть некоторый, ну, как бы, мандат на это и некоторое доверие со стороны населения, что вот эти чудеса, они освящены традицией, древностью и так далее, и так далее. Ну, вот. Но я бы не осуждал людей, которые ни в коей мере, которые стоят в очередях в храм, чтобы приложиться там, к тем или иным реликвиям. Это все очень человеческое, очень понятное чувство. И ну, никакие там позолоченные часы, никакие мерседесы и яхты на это чувство никак повлиять не могут. На пыль. Да-да-да. Но можно много всего, кстати, вспомнить. Но и, судя по всему, отцов РПЦ это не на Мерседесы обращают внимание люди, которые в чудеса не верят, вроде нас с вами. Люди совсем-совсем светские, для которых важны, ну, какие-то другие вещи. Ну, почему? Нет, я тут с вами не соглашусь. Разные люди обращают внимание на это. Разные люди обращают внимание на разные. В общем, да, наверное. Свобода лучше, чем не совсем. Нет, потому что я, например, верю в то, что чудо возможно. Ну, вы их ищете, наверное, где-то не там. Да, определенно, я их ищу в других местах, точно совершенно не в лоне РПЦ. Хотела еще с вами поговорить про суд над Надеждой Савченко. Она сейчас находится в одиночной камере в СИЗО Ростовской области. Правозащитники у нее побывали, говорят, что жалоб у нее нет, все в порядке. Ну вот, ждем, что начнется суд. Как вы считаете, будут ли использовать Надежду Савченко как некую разменную карту, или уже все принято решение, что вот она будет большой показательный суд, она сядет и будет здесь, значит, до конца жизни сидеть? Таня, вы знаете, у меня вот на эту тему нет никакого мнения, а есть только надежда. Надежда на то, что действительно вот эта драма, которую мы наблюдаем последние месяцы, что целью ее является, ну, как бы, некоторый торг, некоторый обмен, возвращение пленной летчицы Савченко в обмен на что-то, на каких-то захваченных российских военнослужащих или на какие-то другие политико-экономические решения. Я бы, ну, вот в этой ситуации скорее бы на это надеялся. И... Вы все-таки тоже ждете чудес, смотрите, да, Юрий. Да. Просто, видимо, тоже не там, где все остальные. А иногда они случаются. И это не чудо, а это прагматика. Ну, то есть, это одно из возможных объяснений всей этой истории. Может быть, даже более правдоподобное, хотя и не единственное. Я, в общем, не верю в какую-то рациональную жестокость нынешней власти. Ее действия иногда бывают жестоки, но это скорее побочный
эффект их картины мира или их логики, в которой они действуют, а не цель. Но разве события последнего года не показывают, что, ну, как бы не сильно захотят уже с нами торговаться и вообще как-то дело предпочтут не иметь? Может быть и так. Но мы всего не знаем, да? Про газ они как-то договариваются в итоге. Ведь каждые два месяца мы видим сообщения о том, что все там перекрывают вентиль, приостанавливаются реверсные какие-то там поставки, эта цена неприемлема, та приемлема. И потом как-то раз все это сходит на нет, и все продолжается дальше, как шло. В Минске, ну, с грехом пополам, но как-то договорились, и пока эти договоренности как-то соблюдаются. Вот. И мне кажется, что если речь идет о судьбе вот этой женщины, которая на родине уже является национальным героем, и ради освобождения которой, в общем, украинское общество на многое будет готово. Это, ну, как бы, вполне резон для того, чтобы в эти договоренности вступать. И теперь есть еще один повод, повод поспорить, надо, не надо, это возможный трибунал по сбитому Боингу, где, опять же, Россия выступает против. По поводу этого трибунала, я боюсь, у нас другие контрагенты, с которыми надо о чем-то договариваться. Вот, вряд ли его судьба находится в руках там, Петра Порошенко или Верховной Рады. Вот, по-моему, это две разные истории, в которых у нас немного разные стартовые переговорные позиции. Более проигрышные в этом случае? В случае трибунала? Да. Ну, безусловно, да. Нам, в общем, крыть-то особо нечем. То есть до конца как будем показывают против. Предварительные результаты расследования. Да можно только упираться и использовать право вето в совбезе. А там, может быть, как-нибудь кривая вынесет. Спасибо большое. Это было особое мнение Юрия Сапрыкина. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. Увидимся.